Творческий коллектив Академии творчества, несмотря на свой совсем юный возраст, сегодня дал полноценный концерт для отдыхающих горожан. В программу мероприятия организаторы включили патриотические песни, казахские народные танцы, выразительное чтение стихов о родине. Мы хотим показать наше творчество и поздравить всех казахстанцев с нашим праздником независимости, пожелать всего самого наилучшего, чтобы над нами было мирное небо, благополучие, чтобы наши дети росли счастливыми, вставали на свои ножки и выбирали свой путь жизненный. И чтобы, конечно, когда дети будут счастливы, и мы будем счастливы. Здесь же состоялось награждение молодых актюбинцев, принявших участие в поэтическом онлайн-конкурсе. Автором идеи необычного смотра выступила член Союза писателей Гульсамал Аймаханова. Она и вручила дипломы и памятные призы отличившимся. Гран-при удостоился студент колледжа Тарлан Наурызбай Асылбек. Казах жигит, казах кызы теппеген, қорғады, сол себепті теппеген. Бұрын сонды мұндай жағдай күтпеген, бұрын сонды басымыздан өтпеген. Далее шефство над концертной программой взяла школа искусств имени Казангапа. Воспитанники системы внешкольного образовательного учреждения развлекали собравшихся зрителей в течение 2 часов. Айсулу Махмутова, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».